Поехала, и я у нас тоже поехал. 600 минок. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров. И для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом «участвую». И все, ты уже участник. Итоги будут проведены на моем стриме. Стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем видеоролик. Это последний будет ролик у нас по Джиггернауту. Я же совсем забыл, что изменили у нас немножко весь баланс, минки изменили, и соответственно теперь нужно протестировать, сколько Джиггернаут вообще у нас выдержит минок. Со мной будет записывать Карпет, поздоровайся. Привет всем. Короче, здесь у нас в одной минке стоят сразу 10 штучек. Буду я это все подрывать у нас без ДАшечки. Посмотрим, сколько, соответственно, он у нас выдержит. Потом мы также протестируем у нас с ДАшкой, сколько мин выдержит. Потом с дроном защитник. И потом, ребята, будет у нас самое жесткое тестирование. Это дрон-защитник плюсом ко всему овердрайв титана. И посмотрим, сколько тогда на Джиггернауте я у нас смогу выдержать минок. Это будет очень-очень интересно, поэтому, ну, давайте, первые 10 минок идут у нас без, соответственно, брони. Ой! Ха! Неплохо я. Ну, смотри, получается, без брони, а у меня потратилось, ну, не почти все хп, где-то я, наверное, выдержал еще штуки 4 или 5 мин. В итоге, без брони Джиггернаут у нас может выдержать где-то пятерочку мин, я так думаю. А с броней, по идее, должен 30-ку, да, выдержать? Так, ну, давай-то, получается, знаешь, сколько? Поставь сейчас 25 мин, а я у нас, соответственно, попробую подорваться, но теперь только, ребят, с броней. Да, чтобы, кстати, полностью выхилить моего Джиггернаута, мне, ребят, придется потратить целых, наверное, 4 аптечки, потому что он лечится прям очень-очень долго, и, ну, потому что у него хп, естественно, много. Вот, да, даже, нет, все-таки, да, 4 я у нас потратил, и 25 минок у нас уже, в общем-то, стоят, да? Ладно, ребят, давайте погнали, поехали, и... Я у нас взорвался? На 25 минах? Лол, а как так? Давай тогда получается не 25, а 15 мин поставь. Мне показалось, ли ты был без брони? Не, я был с броней. С броней? Да, я ее взял. Вроде как, ну давай, окей, 15 минок поставь. Просто я не понимаю. Но сейчас 15 минок мы как раз таки и посмотрим, сколько, по идее, я смог удержать. Либо там он стоял поменьше, либо я не знаю что. Ну короче, 15 минок стоит, юзаем броню, нитру и начинаем ехать и подрываемся. Вот сейчас у меня практически половина хп. Это 15 мин. Ну, нет, 25 я не должен был уничтожить. Ну, где-то примерно, короче, тогда минок 23-24. И я уж тогда самоуничтожаюсь. Это с броней, ребята. Так, давай тогда сейчас мы нацепим на себя дрона-защитника. А ты пока поставь с дроном-защитником, это, по идее, защита X3. Ну, давай 30-очку мин. Вот чисто, чтобы 30-очка мин у нас была. Так, дрон-защитник, ребята, у нас фуловый. МПК-шки у нас в этой битве вроде как включены. Вроде DBD. Я у нас здесь этого ничего не выключала. По идее, все у нас должно работать какой. Да, МПК-шки у нас здесь включены, все хорошо. И 30-очку, да, я сказал, у нас минок. Да. Так, 30-очка мин, ребята, у нас имеется. С броней, да, естественно, сразу начинаем ехать. Дрон у нас заюзался. И. Блин, а у меня как-то маловастенько остается брони. То есть, по идее, я бы, наверное, выдержал где-то 35 мин, примерно, и я бы тогда полностью самоуничтожил. Ну, давай, чтобы прям, так сказать, тестирование у нас было максимально идеально. Максимально идеально, ребят, тестирование. Подожди, это же я у нас все тестировал без модуля на защиту, в натуре. У меня же не стоял, ребята, модуль от минок. А давайте мы сейчас с вами купим этот модуль и попробуем поставить опять у нас. Давай не 30, а пока ставь 40 мин. У нас сейчас я, ребят, попробую, как это все дело работает у нас с модулем.
от миночек. Естественно, мы его, ребят, сразу проем, покажем, чтобы, как говорится, все было хорошо и идеально. Чтоб у нас, как говорится, полностью полтос был. И, по идее, 40 мин у меня должно остаться где-то примерно, наверное, половина хп. Где-то примерно, ребята, так у меня это все дело будет, наверное. Я опять же так думаю и надеюсь. Так, и самое главное, чтобы мне хватило, ребята, кристалликов на МПКшке. Потому что МПКшки, если ты у нас не на скидках это все дело качаешь, уходит как отче наши. Так, ладно, уже по 100 тысяч на ускорение, 50 на улучшение, 109 тысяч. Офигеть. Ну, ребят, так прокачиваться, естественно, не нужно. Так, ладно. Я еще на самоуничтожусь. А, так, получается, карапет там стоит 40 мин, да? Да, но мне кажется, 35 было бы достаточно, и тебя это... Не, потому что у меня сейчас модуль получается. Я сейчас нацепил на себя модуль. Окей, давайте, ребят, с модулем посмотрим, сколько я в итоге выдержу. Броня у меня звездна, полетел. Ой, вообще, давай, короче, ставь 80 мин. Вот серьезно. Я так думаю, 80 минок я у нас выдержу вообще без всяких на то либо проблем. Ну, блин, ну 80-очка, ребят, неплохо, неплохо, неплохо. Сейчас, конечно, мы с вами это все дело еще подтестируем, посмотрим, выдержу ли я в натуре эти 80. А я думаю, типа, а какого фига у нас так, типа, этот челик отлетает вообще на изи-пизи. Так, ладно. Так. Пока... 40, а 80, да, надо было? Да, нужно 80 так. Минок поставить. Именно став 80-очку, и примерно мы узнаем то количество, которое нам по факту нужно для убиения Джаггернаута на этом всем деле. Ну вот мне интересно, сколько я вообще по идее у нас выдержу минок, если я, соответственно, у нас сейчас буду с дроном. Потому что с дрончиком это интересно. Вроде бы в прошлый раз с помощью вот этого, не дрона, извиняюсь, с дроном я юзал, с защитой и с овердрайвом на титан, я выдержал около 200 с чем-то минок, вроде бы, если мне память не изменяет. Может быть, ребят, поменьше, но опять же, можете написать в комментариях. Короче, 80 минок, ребята, у нас имеются. Отъезжаем назад, юзаем и едем. Смотрим, выдержу ли я. Не выдержал! Найн! А как так? У меня что там было меньше? Давай 70 минок поставь. 70? Да. Ну мне просто хочется. Я хочу посмотреть, какого фига. Я у нас не выдержал такое по факту изичное количество. Я у нас должен был это за это. Потому что, ну, вы видели сами, да? На 40 минках я подорвался. У меня было больше, чем половина хп. По идее, это должно у нас работать именно так, поэтому я не знаю, что-то как-то странно. Но все-таки, видимо, урон от этих мин у нас работает немножко кривовато. Сейчас минки у нас стали имбовые, потому что, кто, ребят, не знает, на минках, соответственно, теперь появился крит. И если до этого мины у нас выдавали плюс-минус рандомный урон, но он был более-менее сбалансированный и нормальный, то сейчас может и по 3000 Да, прикинь! 70 минок я у нас выдержал, и у меня осталось прям 0, прям, ребята, нули на хп, это просто жесть. Так, ладно, давай пока ставь сатыгу мин, пока там карпет, да, у нас ставит 100 минок, я, ребята, попробую закликаться у нас немножко с другого аккаунта. С ютевайдера, блин, а как мне закликаться, если я у нас ссылочку не знаю на эту карту, на эту битву? Так, ладно, maybe я ее скопировал, может быть такая штука? Нет, нифига у меня не скопировано, поэтому сейчас мы, ребят, по Шурик, по Бырику выйдем с этой катки и скопируем ссылочку, естественно, сюда зайдем. И теперь мне просто-напросто нужно с другого аккаунта эту ссылочку слить и также в эту катку у нас прогрузить. Так, карпет, на центре у нас ящик не трогай с овердрайвом, он, по идее, мне нужен. Ты его уже спылесосил, да? По-моему, да. По-моему, да. Так, ладно. Так. Тогда мы сейчас, ставить, ребят, да? По Шурик, по Бырику зайдем. Я у нас сейчас захожу с, соответственно, другого моего аккаунта. Там у меня титан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подлаги, подлагони, ребят, пошли подлагони. Так, пока карпец ставит у нас сатыгу мин. Ну, блин, мне кажется, может быть, я не у нас не 200 мин выдерживал. Ну, что-то такое у нас было. Я помню, если у нас был, соответственно, корпус, и мы когда тестировали демоника, модуль уникальный с 95% резиста, там я выдерживал у нас то ли 800, то ли 900 минок. Вот там было, конечно, шикарно. А Джаггернаут у нас на самом деле такое количество особо-то и не выдержит. Это на самом деле печально с одной стороны, с другой стороны, ладно. Бог с ним. Так, сейчас у меня, ребята, заюзается овердрайв, соответственно, сбросится.
И мы с вами это все будем делать в тесте. О, вот и на овердрайве. Здрасте, я у нас овердрайве, которых, соответственно, хочу. Так, минки у нас стоят по центру. Так, все хорошо. И по идее, если я поставлю вот здесь оверку, то все будет работать. Да, именно так, как я хочу. Так, ладно. Давайте, ребята. Соточка мин. Едем. Серьезно? Это 100 мин было, Карапет? Да, 100 мин я оставил. Ставь 300. У меня там, ребята, вообще ничего не убавилось. Офигеть, это то есть так, овердрайв это хорошо работает. Так, ладно, ребята, не будем вас мучить. Сейчас 300 минок у нас поставится, и мы, соответственно, продолжим тест. Так, ребята, мы поставили 300, соответственно, миночек. Я нажимаю на овердрайв на моем втором аккаунте. И просто-напросто еду. 300 мин, джаггернаут, бух! Серьезно? Офигеть, у меня больше, чем половина хп осталось. Я, ребят, хочу поставить 600 мин. Или 600 я выдержу? Мне кажется, выдержу. Смотри, или посмотрим это. Короче, пауза и потом продолжим. Так, ребята, 600 минок у нас стоит. Оверка, соответственно, поехала. И я у нас тоже поехал. 600 минок, GVS Джаггернаут. Воу. Я выдержал 600 мин, но у меня осталось буквально, ребят, знаете, вот примерно... как на 100 минок. Вот я когда взорвал 100 минок, у меня примерно такое количество хп осталось. По факту, по сути, сейчас Джаггернаут с помощью оверки на как раз таки Титане, с помощью защитника и с помощью модуля от минок, полностью все качественно, ребята, по фулу Джаггернаут у меня, кстати, тоже прокачанный, может выдержать где-то примерно 600 с копейками. То есть 600 с копейками минок у нас может выдержать вот эта махина. Вау, вот это просто какое-то нереальное количество. Но я должен, ребята, был протестировать это все дело, потому что все-таки балансик нам немного поменяли. И, соответственно, сам купол у Титана поменяли, и миночки поменяли после последнего ролика. Теперь, соответственно, вы знаете вот такую бесполезную информацию. С этим, ребят, теперь и живите. Ладно, короче, ребят, на этом мы с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Ну а с вами был Вайдер и Карапет. Всем пока-пока. Всем пока.